Меня зовут Юра Кирюшин. Я родился в 97 году в Барнауле. Я занимаюсь изобразительным искусством и в основном пишу на холстах, рисую на бумаге. Ну, вообще в детстве были какие-то мечты мимолетные. В общем, было бы прикольно стать тем-то, тем-то, но они далеко не заходили. И в целом, пока я учился в школе, я перебирал какие-то варианты, но ничего не задерживалось. И когда я уже заканчивал школу, я уже рисовал довольно много и как бы имел какие-то амбиции, понял, что, видимо, этим мне и стоит заниматься в жизни. Сейчас такой период настал, когда люди максимально открыты к чему-то новому и легко это воспринимают в короткие сроки. Это такая положительная тенденция, по-моему, и нет смысла как бы замыкаться на чем-то одном, чтобы это донести. То есть ты можешь как-то высказаться, сделать какую-то там серию работ. Как раз работая над этой выставкой, я решил не замыкаться в каких-то формах, цветах, а решил избрать вот именно само это непостоянство как некий принцип и просто работать, рисовать, делать то, что мне нравится в данный момент. Ну, в Москве, наверное, я поактивнее работал, как-то был больше вовлечен. Помогло стереть некоторые грани между внутренним и внешним. Если в Барнауле все сводилось к каким-то внутренним переживаниям, не было никакого отклика типа вокруг, то в Москве больше ощущалась какая-то сопричастность к миру, к людям, что ты и твое творчество — это часть чего-то большего.